Итоги недели подвели в Люберецкой администрации. Общую ситуацию в регионе прокомментировали представители власти и оперативных служб. Вопросы правоохранения, пожарной безопасности и безопасного детского досуга обсудили на совещании. 1750 обращений. Такой выдалась неделя для люберецких правоохранителей. Из 47 возбужденных уголовных дел 42 раскрыто по горячим следам. Выпускные жара стали дополнительными факторами риска. Весь личный состав практически занимается комитетом образования по выпускным. Как бы пока ничего не допущено. Также в связи с жаркой погодой занимаемся патрулированием с пожарными, чтобы не допустить загорания леса и других мест пребывания. В связи с погодными условиями в Люберецком округе объявлен особый противопожарный режим. 7 возгораний за неделю и 23 выезда пожарных бригад. Из загоревшейся квартиры спасены двое трехлетних детей. Бедой обернулось воспламенение жилья в Малаховке. В результате пострадал выгнанный Владимир Петрович, 59-го года рождения, диагноз термический ожог спины 1-2 степени, отравление угарным газом 1 степени, находился в состоянии алкогольного опьянения. Почти 7700 обращений получила за неделю экстренная служба 112. Уберечь детей от опасности во время летних каникул поможет новое мобильное приложение. Суть работы приложения. Контроль позволяет установить местонахождение ребенка с точностью до 20-100 метров в зависимости от зоны покрытия и метеоусловий. Контроль может осуществляться тремя основными способами. Инструкция о работе приложения системы 112 на этой неделе появится на информационных порталах и в печатных СМИ округа. Луиза Егязырян, Анастасия Юшкевич, Алексей Андреев, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.